светодиодные встроенные светильники. Здесь светодиодные лампы, которые прослужат долго. И для того, чтобы зафиксировать в отверстие гипсокартонной конструкции, достаточно загнуть вот эти вот лепесточки, аккуратненько вставить светильник. Лепесточки там раскрываются и надежно фиксируют светильник. Все понятно? Да, все понятно. Попробуешь вставить сам? Да, конечно. Давай. В принципе, ошибиться во время установки встроенных светильников практически невозможно. Есть ошибка, когда вы попытаетесь вытащить встроенный светильник из конструкции. Дело в том, что если не придерживать вот эти лепестки, они могут повредить гипсокартон. Но они раскроются и раскрошат край. Поэтому нужно аккуратненько вытянуть светильник, придерживая лепестки, вытащить его совсем.